Вчера днем в Орше было совершено убийство с особой жестокостью. На пульт Оршанского отдела департамента охраны поступил сигнал о сработке сигнализации в одном из почтовых отделений города. Прибывший наряд обнаружил задымление в помещении и труп женщины с признаками насильственной смерти. Правоохранители установили, что неизвестный зашел в отделение в отсутствие других посетителей. На рабочем месте находилась одна сотрудница. Мужчина совершил убийство, после чего похитил из кассы более 3000 рублей. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый поджег помещение. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый за кражи, хулиганство, разбой и убийство житель города Орша. При задержании он попытался скрыться. Сотрудники милиции применили оружие. С огнестрельными ранениями мужчина госпитализирован в больницу. В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.